my name is Vera. I'm from Russia, from Moscow. And now I will react to Mama, I Танцую, Stereo, Diana Анкудинова, show Max Kon on второй тур, новая музыка. So it's like, it was Russian. And it's dance, Mom, I'm dancing. Yeah, kinda. She's amazing. Really, she's amazing. If you never heard her before, you need to do it now because you will open for you like girl who is like very mystic, very unique, and I love her very much. Yeah. So let's listen it. Yeah, by the way, I never listened this performance before, and it was my first time, really. Wow. Yeah, it's a good song, and she sings this very good, and I like it very much. И не в формате навязчиво, но я по музыке от сердца честный очень. И эту песню я пишу ночью. Свобода слова, свобода мысли. Чем проще мы здесь, тем больше листья. Взлетный быстро, но какой толще. Строй ста, выбиваем прочно. Пусть прольется в пьяв. И информация. Музыка люди. Вот мой габарит. Праздник жизни. И улыбок строй. Ты готов со мной. And by the way, can you write in comments, do you like Russian music? Because it's interesting for me, you know? Very much deep voice, and when you listen, this is like I don't know, it's very amazing. Браво! It's like comic and showman. Абсолютно. Ну что, Юрий Николаевич, близко ли вам происходящее на сцене в такие моменты? Скажите. Да, почему же нет? Слушай, ну я обалдел вообще, я не готов был. Потому что вот сидит рядом девушка, сидит вот. И вот так he вот говорит, вот таким голосом. Мне очень понравилось, да, замечательно. Мама, я так. Ничего себе. Не так низко, но что вы. Знаете, это было настолько неожиданно красиво. Неожиданно глубоко. Я совершенно был не готов. Хотя драматические артисты очень хорошего театра, очень известные, они показывали мне ваши номера.
пораженные вашим голосом. Вот тогда я первый раз вас услышал. Но когда живем, это ощущение намного сильнее. У меня практически нет слов, потому что очень сильное ощущение вот от первого знакомства с таким талантом большим. Спасибо, спасибо. Продолжим идти по первому ряду. Пройдемся. Карина! Обожаю тебя. Дианочка, ну ты, конечно, царица. Тебе единственное, чего не хватало, это двух гиен на поводках. Так вот же они стоят! Гиен? I don't know how he's in English. It's like... Смотри, а этот не стал приседать, знаешь, что он стоя гиена уже. Yeah, like she looks very good. Не о вас шла речь, просто ее Diana образ вот good. Такой царственный, yeah. величественный, повелевающий своим вокалом и энергией. So, эта песня, ну, она достаточно простая для тебя, как мне кажется, для твоего диапазона like и для масштаба твоего таланта. Yeah. Но ты даже ее смогла украсить какими-то вот чуть-чуть фолка было, да, чуть-чуть мистики, то, что ты любишь, ты себя целиком проявила. Молодец. Спасибо большое. Ну, Толь, давай. Дианочка, я, признаюсь честно, являюсь фанатом твоего голоса, потому что, ну, он какой-то просто неземной, вот реально неземной, какой-то марсианский, там, я не знаю. Он, такая глубина в нем, Стас, почему ты встал? А я просто хочу посмотреть, как ты врач сейчас будешь. Не, а я не вру, я... Просто, чтобы вы понимали, этот простоял вот так, как, знаешь, человек на банкете уже третий час. И что я сказал? Я сказал, что песня мне не нравится. Не могу врать самому себе. Себе я могу врать, а себе не могу. Но не нравится песня. Но песня, которая тебе не нравится, звучала так, что она тебе, ну, понравилась. Но она спела лучше, чем оригинал. Вот. А это уже победа. Представляете, как Цой вот одним движением просто сейчас обидел двух девочек. Это не так. Не будут с тобой здороваться за кулисами. Простите, но на вкус и цвет. Она вернется, тоже многим не нравится. Я вообще этой песни не знаю. Стас, а тебе нравится песня? Воскресенье. День рождения. Вот это нравится? Ты похож на маленького Клявера, я тебе уже сказал об этом. Сыночек, про Клявера аккуратненько, ладно? Это последняя передача, где я с тобой снимаюсь. Но ты понимаешь, что это означает, что это в принципе твоя последняя на телевидении. Хорошая финалочка. Не просто со мной, а в принципе. Давайте к Диане вернемся все-таки. От Стаса к Диане. Дианочка, да. Напомни, пожалуйста, что ты мне поставила. Мама, я танцую. Что ты мне поставила в прошлом? В прошлый раз я тебе поставила двоечку. Отлично. Так вот. Как самый объективный член жюри. Я хочу тоже поговорить. Я ждала этого. Я, честно говоря, для меня, все, что ты делала сегодня, оказалось пустовато. Мне не хватило наполненности, мне реально не хватило драйва, вообще драйва не хватило. Никого не слушай, потому что вот эти все, ты понимаешь, они все так и будут тебя все время хвалить. Им просто в кайф. А я скажу тебе правду. Раз уж всколыхнулось дно, давайте уже, я не знаю. Марк, говори. Когда после выступления твоего ребята говорят, Тимур и Тимур говорят «Живой звук», это очень важная история, потому что ощущение, что это звучит фонограмма. Yeah. Действительно, like, это важно, понимаешь, что ты живьем, like это было круто, у тебя невероятный yeah. голос. Но like я, знаешь, хочу тебе сказать одну вещь. Like... Понимаешь, песня стала суперхитом, у нее больше 200 миллионов просмотров. И эта песня может быть простая, но в этой песне есть философия двух девчонок, двух Маш, которые разорвали всех, и интернет, и радио. Они сами написали эту песню. И под нее танцевала реально вся страна, не только страна. И хочется смыслов, идеологии вот этой. Мама, мы всех порвали. Все танцуют под нашу басую. Браво! Как сказала. Алиса. Мне вот кажется, что все-таки исполнители делятся на две категории. Есть, которым нужен хит. А есть те, которые сами по себе хит. Вот у них просто неповторимый тембр или неповторимая манера. Что-то такое неповторимое, что ну, вот like просто вот отличает от всех. И все. Вот хоть он что споет. Вот Диана, несмотря на свой такой еще юдушеский, like, можно сказать, возраст, yeah. она вот как раз and из тех исполнителей, которым даже хит не нужен. Она сама по себе хит. По своему мнению, Диана Анкудинова, друзья! Диана Анкудинова, девушка хит. Спасибо. Спасибо. Oh my God. Thanks for this performance, because it was like
very she has so amazing voice, and I always say this many times, but it's true, I think so really, and yeah, I hope you like it, like you like her like me, and yeah, so guys, thank you for watching, subscribe to the channel, don't forget about likes and writing comments. What do you think about her? Because it's interesting and I wanna show that very much people loved her. Yeah, and yeah, by the way, I have my Patreon, there we can chatting, or you can watch my exclusive content, or you can call me, by the way, yeah. And also I have my own YouTube channel, and you can find it down, so yeah. And have a nice day, yeah, goodbye. Roses are red, some diamonds are blue. Chivalry is dead, but you're still kinda cute. Hey, I can't keep my mind off you.